Появились новые доказательства того, что жители Бучи в Киевской области были убиты до того, как украинская армия вернула себе контроль над этим городом. Доказательства в виде видеозаписи из дрона получил российский портал «Медуза». Порталу передал видео россиянин Сергей Коротких, который воюет на стороне Украины. Его подразделение вело регулярную разведывательную съемку российских позиций в южных районах Бучи собственного дрона. Предоставленная запись снималась с 23 по 30 марта. Геолокация расположения тел полностью совпала с локацией тел, которую 1 и 2 апреля сняли на фото и видео украинские полицейские журналисты. Именно тогда Буча вернулась под контроль украинской армии. Важно отметить, что все погибшие, снятые с воздуха, лежат не просто на тех же местах, но и в тех же позах, что и на съемках с земли, отмечает издание. На нескольких видео рядом с телами можно увидеть военную технику, похожую на технику, которая стоит на вооружении российских десантных частей. Расстояние между людьми и техникой от нескольких десятков до нескольких сотен метров. На съемке от 29 и 30 марта российской военной техники на прежнем месте не оказалось. Именно 30 марта Буча перешла под контроль украинской армии.